Основной день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию намечен на 1 июля, но выполнить свой гражданский долг можно будет начиная с 25 июня. В четверг откроются пункты для голосования, их в Самаре 367. Все они будут обрабатываться специальным дезинфицирующим средством, рекомендованным Роспотребнадзором. Комиссия разместится на нескольких этажах, чтобы избежать скопления людей. При входе к каждому избирателю измерят температуру и выдадут средства индивидуальной защиты. Глава города Елена Лапушкина поручила главам внутригородских районов лично контролировать соблюдение всех необходимых мер безопасности на избирательных участках. На этой неделе до конца голосования в ежедневном режиме лично контролируйте, как у вас отрабатывают управляющие компании, дома ТСЖ. Сейчас особое ваше личное внимание. Люди должны понимать, что они защищены. Проголосовать можно будет, не выходя из дома. С 25 июня наблюдатели, члены участковых избирательных комиссий будут работать с 9 утра до часа дня на избирательных пунктах, а с 15.00 до 20.00 выезжать по квартирам. Причем голосование пройдет бесконтактно. Кроме того, все избиратели, независимо от способа голосования, станут участниками беспроигрышной викторины. Всем, кто проголосовал, будет выдан флаер. Спасибо за голосование. То, что пришли на голосование, этот флаер можно будет 1 числа обменять на своем участке на лотерейный билет, будет предложено ответить на вопросы викторины и поучаствовать в лотерее. Прорабатываются вопросы об избирательных участках, которые совпадают с пунктами проведения ЕГЭ. В них также проведут дезинфекцию. Мария Левина, Константин Головин, Василий Колдашов. События.